Москва. Один заезд, взнос, две штуки. Победителю все. Постойте, постойте. Денег у меня нет, но я могу поставить тачку. Ты лучше всех. Мы выиграем. Первая ступень отработала. Сюда едет полиция! Уходим! Кого я точно не ожидал увидеть. Я подумал, что если удружу тебе, ты тачку не возьмешь. За помощь спасибо, но тачку мне отдашь. А, класс. Что? Ночь будет долгой, гарантирую. Хотел рассказать? Давай. Долгая история. До дома километров 30. Время есть. На почве и бизнеса рассорились. Плюс к этому я переспал с его сестрой. Эй, Спилнер, ты не забыл, ты должен крутую тачку. Так, а это что? Откуда она? То, что хотел. Моя тачка? Ты обещал мне отдать крутую машину? Подними капот. Капот поднять? Двигатель 2JZ, ух ты. А я что говорил? Беру свои слова обратно. Знаешь, эта тачка будет первой.
Если вложить в нее 1015... Запишем на мой счет, угорим. Есть. Красотка, и сколько стоит твоя тачка? Тебе она не по карману, Феррари. Решил поставить на кон тачку. Представь, что победил Джесси. Серьезно? Куда уедет? Проиграл Трану тачку. А, черт. Том, брось оружие! С дороги. Том, хватит. Все кончено. Брось. Мео, я разберусь. Убери. Доминик, я подвел, да? Я сам не знаю, что делаю. Мне так страшно. О чем ты думал? Я не знаю. Я в панике. Мне плохо. Мне страшно. Я сам не понимаю, что делаю. Ну, помоги мне. Oh!
Я еще ребенком гонял тут. Там будет железнодорожный переезд. Ровно 500 метров. Я рвану на зеленый. Я же должен тачку.